Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Жек Херсон, ребят. Ну что? Я думаю, время настало. Время настало, время пришло. Коктейль Молотова есть. Алоэ Вера, Мэри Голд. Нет. А, уже не делается, что ли? Типа максимум 8 штук. Пошлите, ребят, чуть-чуть исследуем пещерки. Сходим, узнаем, что там, да как. Так. Воду не нужно пить. Серьезно, ногу? Да, ногу можно есть. Ребят, мы каннибалы, добро пожаловать. Оказывается, еще нужно разобраться, кто тут каннибал. Голозадый или дырявый? Так, заяц побегает. Давайте, как и планировали в прошлой серии, отправимся все-таки. Ну, блин. В идеале, конечно, было пойти поохотиться и сделать себе броню. Но не тот случай. Мы просто так сходим. Ну, поехали, как говорится. Ни черта не видно. Так, спускайся. На одной руке. Качок, что я могу сказать? Ого. Пещеры-то так... Это нормально. А если мы... Извини, дрянький. Я понял, не получится тогда. Думал одеть скафандр, чтобы освещать себе путь. Так-то зелененький цвет должен быть вокруг. Вот вообще нет желания вот туда спускаться, если честно. Может, какой-то другой вход найдем? Он сам вниз полез. Посмотрите вон, что тут происходит. Мордолап вон. С детишками со своими. Это надо слезть, взять коктейль Молотова и раза 3 или 4 кинуть в него коктейль Молотова. Потом нужно будет убегать. Нет, я не готов. Я пойду искать другой вход в пещеру. Манал я тебя, мордолап. Я как-то раз уже спускался. Знаю, чем это все закончится. Все, путешествие в пещеру закончилось. Ни хера не видно. Тут вообще без варианта. Я лучше с какой-то другой стороны зайду в пещеру. Где не будет сразу на входе мордолапа. Вылазь давай. Все, вылез. Пойдем путешествовать. Возьми нормальный топор. И вперед. Да, акваланг есть. Да ну это жесть будет какая-то. Еще и дождь пошел. Ничего, у нас целый день, чтобы попутешествовать. Так, что там на озере у нас? Тишина. Так, а с входами в пещеру там уже, по-моему, поменялась ситуация. Если я не ошибаюсь. Опа. Ты-то мне и нужна. Ну чего ты? Типа она залезла, я не могу убить ее или что, я не помню.
Странная черепаха. Чего это прятаться, когда тебя бьют топором по голове, не пойму. Я еще вот что хотел проверить. Ладно, пойдем там, где песок будем копать. Я, собственно, чего сюда пришел? За вот этими микросхемами. Господи. Извини. Чайка, ну ты сильно медленно летела. У-у-у. Перья, перья, перья. А что ж монетки не добываются, я не пойму. Камень, да сколько можно, господи. И опять камень. Так, где-то вот здесь еще был вход в пещеру. Вот здесь сейчас посмотрим. Тут озеро у нас, вернее, болото, простите. Я не пойму, где копье у нас. Здравствуйте. Как говорится, чем обязаны? Ко мне бежит, да? Где он там? Где эта зараза делась? Серьезно? Утонул? Ну ладно. Ничего, никто не утонул. Вот рычит. Ты не знаешь, где тут пещера у вас? Глазады стали более отвратительны. Но мы все еще справляемся с ними при помощи лука. А я не могу тем временем добыть черепаху. Что там, фотоаппарат? Чист! Селфи из черепа, ребят. Рука, нога. Так. Я пошел в пещеру. Зато они тут настроили. Давайте только так. Приготовимся. Выносливость есть. Возьмем лук в руки. И можно заходить. Одевай. Скафандр одевай. О! Только получается... А нет, все нормально. И лук в руке. Отлично. Ну, как говорится, Бог не выдаст, голозады не съест.
Так, с этих нельзя добывать что-то. Корни так прорастают. Красиво, конечно. Согласитесь. Я бы такой еще пострел бы наделал побольше, чтобы можно было стрелять. У меня три пера только. Три пера — это мало. А ну если убрать скафандр, как это будет выглядеть? Правой кнопкой. Вот так вот. Тоже нормально. Так более атмосферно, я считаю. О-о-о-о-о-о-о. Так, минус один. Ну что тут у вас за беспорядок? Все раскинуто. Раскинули деньги. У вас прям как на рэперской вечеринке. Трупы. Бабы. Изнасилованные мужики. Стюардессы. И летчики. Ай, хорош. Смотрите, что нашел. Оп. Есть фонарик. Я же находил. Да, вот он. Оп. Никому не двигаться. Смотрите, как череп подвесили. Прикольно, да? Я не знаю, чем они к потолку прилепили, но выглядит классно. Так, сейчас верующие люди быстренько перекрестились. Кельты там, христиане, католики и прочие. Не. А раньше разрубывалось это. Беда. Так, покушать. На шоколадку съешь. Веревка. Бабло. Где где деньги? Монеты где? Так, а как же я тут? Вы пришли отсюда, правильно? Да, 100%. Вот корни. Зашли, висит канатка. Так, мне просто, чтобы я не запутался. Зашли, тут канатка. С левой стороны у нас... Справа висят люди. Зависли. Тут у нас дорога дальше не рубится почему-то. А нет, смотрите. Это было просто чуть-чуть. И отправляемся дальше в глубины. Вот нормальный шлем. Шахтерский. Каска. Секундочку.
Так и пробуем. Не буду тратить на него. Чуть-чуть ниже. А, вот палочку прикрутили для прицеливания. По ней надо, походу, стрелять. Ну ладно. Зажигалку. Пошлите дальше. Здрасте. Здрасте. Так, тут коктейльчик. Тут бухло у них, да? Все, все, пока мне не нужно. Тушим. Тушим, тушим. Фонарик, пару светлячков, топор нужен. Вот так вот. Что? Тупик? Не может быть. Серьезно? Здесь тупик. Шоколадку надо скушать. Окей. Окей. Так, если здесь тупик. Я люблю путешествовать. Попутешествовал. Теперь тебе нужно футболку поменять на «Я люблю висеть вниз головой». Так, получается здесь все. Еще и мерзнуть начинает, по-моему. Ну, у нас есть дерево и камень. Или кое-кто, два камня. Да, это плохо. Очень плохо, Женя. Давай быстренько тогда возвращаться. Раз такие дела. Это чудо, ребят! It's a miracle! Мне вот самый больше нравился звук, когда... Червячки, помните, такая игра была, Worms? Да и есть она сейчас. Кидаешь священную бомбу, такого... Аллилуйя! Аллилуйя! Вот такие звуки были. Так, а что получается? Получается, что тупик здесь. И нам нужно идти искать или другой вход в пещеру, другое разветвление. Либо же завернуть куда-то в другую сторону. Вот тут завал у нас, смотрите, тут даже завалило у нас паренька. Лысенького. Так, вот палочка. Не, палки есть. С палками проблем нету. Мне бы камней чуть-чуть насыпать. И тогда при желании можно было бы здесь сделать костер, да и все. Потому что с палками здесь проблем нету. Хотя, подождите, есть же костер без палок. Вернее, простите, без... Без камней. Вот. Скафандр должен... Я не знаю, он...
Ну не страшно уже, понимаете? Вот когда вы одеваете скафандр, мы идем как будто светло, как днем. И я вижу, где кто стоит, и не так страшно. И я думаю, это пофиксит. Атмосферность игры пропадает сразу. Скушай шоколадку. Скушай, деточка, яйцо диетическое. Сегодня у Милы, ребят, день рождения. Год и 8 месяцев. Через 2 месяца будет 2 года моей племяннице. 2 года нету, а она уже в планшете в Ютубе ищет ролики разные, смотрит там. Распечатывание киндер-сюрпризов, маш всяких и так далее. Мама, не горю, как прогресс. До чего дошел прогресс? А ну, давай баблом будем. Лады. Ну так-то плохо видно, если честно. Так, где эта веревка? Погрелись, пошли дальше. Вон она, вылазим. Вылазим. Может, эта пещера такая тупиковая? Может, нужно в какие-то другие пещеры залазить? Я знаю, еще есть одна пещера там в лагере у них. Ну и вы в комментариях напишите, может, знаете, какие места для пещер. Там есть несколько уровневые, залазишь, потом еще вниз. Еще и еще. Ну да, темно вот. Ёпарасоте, нет, не падай. Да какого? Дырявый, ты что, с ума сошел? Зачем ты спрыгаешь? Вылазь давай. Что это было? Лес, лес, лес. Так. Давайте. Ага. Давайте без давайте называйся. Ну ничего, не умру. Как так-то? Дядя. Вылазь давай. Вот так вот. Так. Надо метку здесь ставить. Надо ставить метку. Вообще надо побольше ставить меток. Я вообще не поставил. Так вот. Все. Пошли, теперь возвращаемся домой. Ну, такой первая вылазка. А, нет, олененок. Прости, Бэмби. Посмотрим без скафандра, как ночью. Ночью вообще очень красиво, ребят, посмотрите. Я вот рекомендую, уважаемые разработчики, вы знаете, я и мои любимые зрители и подписчики на протяжении года уже наблюдают за приключениями Дырявого, указывая вам на ошибки и недоделанные места, радуясь вашей игре и наслаждаясь ей, за что вам огромное спасибо. Пожалуйста, введите хищников, введите рысей, введите волков, койотов, ну что-то, что будет угрожать, помимо диких собак, динго введите, змей введите, сделайте еще более опасными выживание в лесу. Может, некоторые из вас скажут: Женя, да они не смотрят твои видео, они о тебе не знают. Ребят, все не знают, все не смотрят. Думаете, кто им посоветовал вести лук? Кто им посоветовал вести оленей? Посмотрите предыдущее видео. Все нововведения, которые в игре добавлены, были мной посоветованы. Как бы
непредсказанные, посоветованные разработчикам. И я думаю, они очень даже прислушиваются ко мне. А может и нет. Неважно. Наше дело сказать, а там уже пусть смотрят. Так выключи ты этот фонарик. Кастрюля есть уже. Так, давай еще с монетками разберемся. Я что-то не понимаю. Камень. Камень. Бумажная. Серьезно, вы украли монеты, что ли? Я не могу понять. Ёпарский, паренек-то мерзнет. Окей, лады. Это что за переселение голозадых? Так, ну ладно. Уменьшим количество, да? Нет! Вот так. Ничего себе. Вперед. Не успели? Вот такие дела. Да как мерзни, бери вон, руки грей. Чё ты не... Чё ты... Рассказываешь, что ты мерзнешь. Так, клон Чероки. И это самое... А с чем его мы смешивали? Ну не с Мэриголдом точно. Ну ладно. Две шоколадки и вперед домой. Замерзнет к чертовой матери сейчас, если не успеем прибежать к костру. Жизни воды не так уж и много. Посмотрим сейчас. Не знаю, не знаю, что там. Я думаю, в следующем видео, до видео, по вашим комментариям, по интернету найду место, где бы нам забраться. О, так, тут что у нас? Кто тут кодит? Смотрите, какой прям. Вечеринка! На, получи. Черепаха. Не желаете ли присоединиться к обеду? Чё она не убивается? Не знаю. Не знаю, не знаю. Сколько там осталось еще? Совсем чуть-чуть. Бежи, бежи. Вон наш дом уже. Поторопись. Дырявенький, поспеши. Окей. Не буду даже ничего распаливать. Такое вышло небольшое приключение. Исследовали одну пещеру. И... вернулись живыми домой, это главное. Так. Нам нужно найти другой вход. Не там, где мордолап сразу внизу. Раздобыть броню будет. Сейчас мясо кинем на сушку, попьем воды. И я думаю, вы в комментариях мне или в группу ВКонтакте прям скинете местоположение входа в пещеры. И можно даже план пещеры, если кто знает, может кто уже лазил, было бы неплохо. А я в свою очередь в следующем видео займусь тем, что... начну исследовать эти пещеры. По поводу того, что, ребят... Так, где тут у нас мясо? Сейчас на сушку. По поводу того, ребятушки, чтобы поломать потолок, а то живешь как в сарае. Сделаем, сделаем. Не знаю, как с потолком. Разберемся. Да будет
время и желание построить, займемся и постройкой. Пока как и обещал, исследовал одну из пещер. Может, там был где-то проход. Ну, я думаю, вы в комментариях мне укажете. Что ж, давайте на этом заканчивать. С вами был Жек Херсон. Ребят, всем пока. Спасибо, что поддерживаете канал, и меня в частности, от Дырявого лично. Так, кто там кодит по лесу? Кто там кодит? Прям бегает. Увидимся в следующем видео. Peace.